Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я по объявлению. Скажите, вам еще нужны официанты на лето? Нет, уже набрали. Ок, извините. Ясно. О, мама. Алло, ну что, ты нашел работу? Нет, мам, я ищу. Долго ты ищешь? Все уже давным-давно нашли и работают. Я тебе говорила, надо было раньше искать, а теперь ты сидишь без дела. Все, мам, я перезвоню, давай. Подожди. Что? Ты съел еду, которую я тебе передавала? Нет, еще. Ты что, хочешь, чтобы она испортилась? Я старалась, готовила. Все, мам, давай. Ну кто там еще? А, Гев? Здоров, ну что, ты нашел работу? Не, везде все занято. Ну смотри, я тут нашел такую тему, есть место пиар-менеджера, тебе интересно? Да, конечно, а сколько платят? Чувак, я не знаю, я не спрашивал, но думаю нормально. Я скину тебе локацию, подойдешь через часок и тебе все объяснят там. Ок, спасибо. Так, я оделся вроде нормально, все хорошо, не нервничай. Единственное, меня смущает то, что собеседование на должность пиар-менеджера проходит в парке. Это как-то странно. Ну да ладно, может это такая концепция компании, но... Приеду, все проверю, давайте. Николай? Да? Меня зовут Виктор, я ваш управляющий. А меня что, уже приняли, типа? Очень приятно, я не совсем понял, а я уже принят? Ну ты же пришел. А-а-а. Прикольный подбор кадров. Ты будешь зарабатывать 50 рублей в час. Ага. Единственное, что тебе нужно запомнить, очень важную фразу. Лучшие двери и окна у нас. Не веришь? Приходи и сам все проверишь. Ага, а зачем? Эту фразу нужно говорить каждый раз, когда даешь флаер в руки. Что? Это очень важно. Флаер? Ты из ПТУ, что ли? Флаер. Ну или листовка, если тебе так удобно. Да я знаю, что такое флаер, просто я думал... Здесь не нужно думать, просто даешь флаер и говоришь фразу, все! Че за подстава? Какого фига Гиф мне посоветовал? Держи, закончится, наберешь. Подождите, тут небольшая ошибочка вышла, я думал, что я иду устраиваться в офис, а тут... Я смотрю, думать не твой козырь, впрочем, нам такие люди очень даже подходят. Тебе деньги нужны? Ну да. Тогда держи и не вздумай их выбрасывать. И не забывай про фразу! Лучшие окна и двери только у нас. Не веришь, приходи и сам проверишь. Чё-то эта фраза слишком длинная. Лучшие окна и двери. Жесть, тяжело взять флаер или что? Лучшие окна и двери только у нас. Это что, скидка? Нет, просто флаер. Так а что ты их раздаешь? Работа такая. Тогда иди нормально. Капец, реально, у меня практически высшее образование, а я раздаю флаера. Все из-за Гева, подогнал, блин, на работу. Так, надо набрать Гева. Алло? О, это пиар-менеджер Николай? Нифига, это флаерщик Николай. В смысле? В прямом, это подстава, чувак. Я пришел, а мне впарили флаера. В объявлении было написано о должности пиар-менеджера. Это развод для лошар. Ладно, ща поищу что-то адекватное, я наберу, давай. А мне что делать? Алло, алло, где? Блин, я убью его. О нет, это что, моя училка со школы? Когут, а я тебе говорила, что с твоей учебой у тебя не будет будущего. Правда, я думала, ты дворником станешь. А ты молодец, поднялся до флаерщика. Надеюсь, она меня не узнает. Лучшие окна и двери только у нас. Такое лицо знакомое, а вы случайно в 234-й школе не учились? Нет, нет, я из села. Ну, извините. Фух. Лучшие окна и двери только у нас. Не веришь, приходи и сам проверишь. Ну, хоть взяла. Блин, фраза тупая какая-то. Окна, двери, приходи и проверишь. И вообще, на дворе 19-й год, а люди до сих пор раздают листовки. Чё за бред? Лучшие окна, двери. Ну, спасибо за то, что посмотрела на меня, как на кусок какашки. Да, эта работа понизит мою самооценку ниже плинтуса. О, нет. Это идет та девчонка, с которой я гулял? Всегда так много воды пьёшь? Так, надо отморозиться. Надеюсь, она меня не заметит. Давай, проходи, проходи дальше, пожалуйста. Коля? Блин, блинский. О, привет. Как дела? Что тут делаешь? Привет, все хорошо. Да вот решила прогуляться, а ты? А я? Да так, по делам ходил. Понятно. А это что, флаера? Это? Да, я просто шел, увидел парнишу, стоит, раздает. Думаю, помогу бедолаге. Взял у него флаера, чтобы он быстрее раздал. О, это похвально. Ну да. А ты не хочешь пройти? Да, у меня тут еще тоже есть дела. Ты чё не работаешь? Я не понял. Ну, конечно. Именно сейчас ты пришел, да? Автор явно решил из меня сделать кусок говна. Извините, я просто встретил знакомую. Да мне всё равно, кого ты встретил. Ты флаера раздавай, а потом делай, что хочешь. Ну, ты поняла. Извини. Ну, ничего страшного, я тоже когда-то раздавала. Все нормально. Слышь, Дон Жуан, ты работать будешь или нет? Да. Так, смысл Гео? Короче, зварик заработать можешь ливать, если что. Хотя нет. Что значит нет? А то и значит, научитесь разговаривать с подчиненными. Я сваливаю, держи свои листовки. И еще, кстати, фраза твоя говно. Ну что, пойдем? Хотя нет, это же фейк. Я тебя точно убью, Гев! Вы подпишитесь, я знаю.
подпишись на Блэк-курсы, эх, разглядитесь, вы подпишитесь, знай.